Порядка 30 участников, десятки товаров в ассортиментном перечне и удивительная атмосфера настоящего восточного базара. Все это ждет посетителей выставки-ярмарки «Лучшие из Индии», которая начала свою работу в городе над Бугом. Два этажа Брестского ледового дворца, расположенного по адресу улица Московская, 151, практически до конца декабря стали площадкой выгодных покупок экзотических восточных товаров. Мы давно сотрудничаем с этой компанией, которая занимается продвижением индийских и пакистанских товаров на белорусском рынке. Эта выставка не впервые и, думаю, не последний раз в Бресте. И будет она все время присутствовать здесь и представлять все новые и новые товары, которые, я надеюсь, заинтересуют наших посетителей. Многие берестейцы знают о подобных ярмарках не понаслышке. Каждый визит выставки лучших индийских товаров в наш город – событие долгожданное. И такая любовь вполне объяснима. Бытовые товары, одежда, предметы интерьера, мебель и продовольственная продукция давно пришлись по вкусу и кошельку горожан и гостей областного центра. В этот раз, обещают организаторы, на ярмарке есть на что обратить внимание как преданным ценителям предметов с восточным колоритом, так и тем, кто решит впервые наведаться на такой базар. Мы привозим великолепные товары из Индии, то есть знакомим с культурой и с традициями Индии. Это прежде всего знаменитые индийские чаи, лучшие сорта, это Ассам, крепкие, насыщенные, Дарджилинг, нежнейшие, как чаи шампанское. Большая палитра у нас идет специй, всевозможные, потому что в Индии они практически таблеток не кушают, все их здоровье и сила именно в специях, помимо усложнения вкуса и аромата, именно польза должна быть из всего этого. И вообще Индия – это великолепная страна, страна ярких красок, ароматов, запахов. То есть без специй, без чаев, без великолепного нашего риса невозможно, чтобы люди поняли, немножко хоть чуть-чуть приблизились к Индии. Фирма «Дезан» представляет органически чистые продукты из Индии, лечебно-оздоровительную серию чаев «Толси», органическую косметику, шампуни органические. То есть та продукция, которая не содержит сульфитов, парабенов и разных непонятных нашему человечку добавок. Еще один несомненный довод в пользу посещения выставки ярмарки – уникальная система скидок. Распродажи, бонусы и экономичное предложение – все это давно стало своеобразной визитной карточкой подобных восточных базаров. Возможность купить понравившуюся вещь и при этом еще серьезно сэкономить – это настоящая находка для тех, кто предпочитает тратить деньги разумно. К примеру, в пятницу, 19 декабря, специальная акция будет действовать для пенсионеров. Каждому из них в этот день красочный и яркий индийский платок достанется в подарок. А потому список предновогодних дел посещения выставки стоит включить обязательно. Хорошие покупки и замечательное настроение будут обеспечены. Нужно только успеть совершить свой закупочный вояж до 30 декабря. Мы хотим бы наша продукция, Беларусь, Россия, знали. Мы надеемся, вам наши вещи понравятся очень. Они очень дешевле и качественные. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.